Мало кто знает, что на территории Закавказья, кроме Грузии и Армении, было еще одно крупное христианское государство – Албания. Албания возникла во II веке до нашей эры как союз 26 разношерстных племен, главные из которых – Чилбы, Гаргары, Аланы и Удины. Столицей Албании был город Кабала или Кабалака, основанный в I веке нашей эры и разрушенный в XVI веке турками-сефевидами. Развалины находятся к юго-западу от современного города Кабала. В период расцвета Римской империи римляне совершили в Албанию несколько походов, чтобы заключить союз с местными жителями в борьбе с персами. Вот свидетельство пребывания надпись на камне о том, что здесь стоял на отдыхе 12-й легион. Римляне первыми указали албанцев отдельно от скифов и сарматов и описали их быт и обычаи. Но в связи с обособленностью союз с римлянами не принес Албании большой пользы. После принятия в 301 году христианства Арменией, христианство принимает Грузия, а затем и Албания. Албанская церковь несколько отличалась от армянской и включала в себя элементы зороастризма, огнепоклонства. В 703 году албанская церковь вступает в унию с армянской и в последующее время окончательно становится ее частью. Армянский язык становится и богослужебным языком албан. В 378 году после договора между Византией и Персией Албания переходит к персам-сасанидам и расширяется за счет прилегающих областей Армении и Прикаспийской низменности. Местные народы, а особенно армяне, постоянно поднимались на вооруженную борьбу с персами. Государственность в Албании снова была восстановлена в конце VI века династией иранского происхождения Мехранидов. В VII веке после завоевания региона арабами здесь начинает распространяться ислам. Точное время исчезновения албан как самостоятельных племен неизвестно, но по мнению исследователей, к IX веку понятия Албания и албанский стали уже в значительной степени историческими. Территория Албании получила название Арран. В начале IX века армяне вытесняют арабов и устанавливают свою власть над всей территорией Аррана. С 970 по 1075 годы в равнинной части Аррана правила курдская династия Шаддадидов, а с середины XI века территория подвергается нашествию сельджуков и постепенно тюркизуется. Следующую волну тюркских племен приводят татаро-монгольские орды Чингисхана в начале XIII века. В 1501 году иранский шах Исмаил Севеви с воинственным племенем исламских шиитов Кызылбашей захватил всю территорию бывшей Албании и начинает войну с Турцией за Армению. Война длится до тех пор, пока они не разделили все Закавказье. В 1826 году начинается русско-персидская война, в результате которой территория Албании и Восточной Армении переходит к России. На карте, составленной российскими этнографами, мы не видим ни одного племени, которые проживали в Албании. Куда же исчезло население третьего по численности государства Закавказья? Большая часть албанцев-христиан ассимилировалась с армянами и вошла в их состав. Самыми многочисленными дальними потомками мусульманской части албанов являются лезгины. Их в мире около 800 тысяч. По вере они в основном мусульманы-суиты. Половина проживает в Дагестане, еще часть на севере Азербайджана и в других областях России и мира. Вторая по численности народность, родственная мусульманам албанцам – рутульцы. Их 35 тысяч, и проживают они в Дагестане. Албанские корни имеют также воинственное племя цахуров, которые когда-то имели даже свое ханство. Их около 30 тысяч, и проживают они на юго-западе Дагестана и северо-западе Азербайджана. Воинственные лакцы и часть грузин Кахетии – также могут соотносить себя с албанцами. Но самое удивительное, что сохранились и прямые потомки древних албанцев,
миролюбивые и добродушные удины, которые в древности имели обычай хоронить своих родственников со всем их добром, и поэтому не имели накоплений и были всегда бедными. Удины сохранили не только христианскую веру, но и древнейший албанский язык. Всего в мире их осталось не более 10 тысяч, и компактно проживают они только в двух селах – Нидж Габалинского района Азербайджана и в грузинском селе Зинабиани.